Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Анита Цой рассказала о страшных последствиях болезни. Анита Цой пожаловалась на то, что ковид сильно ударил по ее организму. COVID-19 нарушил баланс гормонов и минералов у 50-летней Аниты Цой. Артистка поведала, что после перенесенного недуга у нее стала неметь рука. Звезда объяснила, что у нее изменился баланс кальция в организме. Исполнительница заплатила более 3 миллионов рублей на лечение в швейцарской клинике. Там ей провели непростую операцию. В настоящий момент Анита Цой чувствует себя намного лучше. Ее рука опять стала двигаться и больше ее не беспокоит. Знаменитость вернулась на сцену. Другие российские звезды, к слову, тоже жалуются постковидный синдром. Об этом говорят Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Юрий Назаров и другие. Так, 74-летний Аристарх Ливанов рассказал, что после перенесенного коронавируса стал хуже ходить и быстро уставать. Любовь Успенская, тоже переболевшая ковидом, сообщила, что по рекомендации медиков собирается привиться от коварной инфекции. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр!